Da, școala este modernă, bine gândită, de urechea. Чем больше мы сейчас вот ездим, очень много встреч, ну, видишь, насколько все деградировало. Ну, все просто разрушается. И иногда, ну, не то, что опускаются руки, думаешь, ну, вот придем мы к Васе. Ну, как это все вообще останавливать и потом возрождать? Но надо, надо двигаться вперед, потому что просто иначе нет никаких шансов. Надо это сделать. Prima dată văd un om pentru care se poate vota. Nu știu pe dânsul, știți părinții lui. Mă degeaba așa de frumos a scris aici în calendarul ăsta candidat celovecescim lițom. Fiecare vot pentru candidatul partidului nostru înseamnă un vot împotriva regimului lui Plahotniuc, un vot pentru schimbarea, un vot pentru o Moldovă nouă. Asta e идеология, в которой мы мержим на часто кампанию. Спасибо.